Естественно, обидно вести 2-0 и играть ничью. Но, с другой стороны, на мой взгляд, Краснодар очень сильная команда. Кая очень сильно их усилил. И, в принципе, мы всегда говорим, что очко – это тоже движение вперед. Ну, очень сильно повлияло, потому что у нас и Садитову сломали нос в борьбе локтем. И здесь была... такой удар сзади, да, и если посадить, то вообще даже фола там не назначил, то здесь и желтой карточки не было, это все странно, но в целом-то любая замена, конечно, это изменения какие-то там в игре, да, тем более мы наиграли один состав, вышел на левую бровку, там защитник, который правша, который давно не играл, поэтому было сложно, но, тем не менее, у нас опытная команда, опытные футболисты вышли и сыграли, я считаю, очень даже неплохо и достойно. Что значит ожидали, не ожидали? Там умелые футболисты, молодые, как сказал там Сергей Николаевич, сейчас сопляки, но такие обученные, поэтому с этими сопляками очень тяжело, и тем более очень было сложно нам в обороне. Это сам Нухай, да, правильно я назвал фамилию, который очень хорошо играет вверху, мы много единоборств проиграли, не потому что мы не умеем играть, да, головой, а потому что он играет. И в обороне, да, и также в атаке, где Кая, на мой взгляд, тоже высокий футболист и очень даже неплохо играет головой и выиграл много мячей. Но, тем не менее, еще раз говорю, и мы тоже боролись, да, мы тоже навязали борьбу, а единоборство, но это у нас стиль такой, да, мы не даем разыгрывать сопернику, вернее, пытаемся не давать, мы постоянно оказываем давление в контакте, поэтому, наверное, эти единоборства. А то, что они держат, молодцы. Ну, естественно, любая потеря основного игрока – это потеря, но я его еще не видел и не скоро увижу, потому что у него там такая травма. Надеюсь, хотя бы в конце не сезона, а вот этой зимней части, осенней части, да, его увидеть. И очень надеюсь, что он еще сыграет вот в этой части чемпионата.